В Москве скончался популярный актер Игорь Савочкин. Много лет он играл в кино и прославился необычной внешностью. Знали его и по работе на телевидении. О смерти актера первой сообщила блогер Олеся Казанцева. Только что узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. «Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала», – рассказала она. Известно, что 58-летнего Игоря Савочкина госпитализировали на этой неделе в больницу с жалобами на острую боль в спине. Сегодня СМИ сообщили о его кончине. А позже источник сообщил, что причиной смерти артиста стали проблемы с печенью. Кроме того, как выяснилось, Савочкин боролся с онкологией.